Мы в Лас-Вегасе, развод по-американски делать очень просто. Я выиграл круиз бесплатный. Кто со мной в круиз? У нас доверие, мы доверяем, что нас нет. Стоит прекрасные тачки, две, аппарат для получения кучи денег, очень красивые девушки здесь ходят в перьях, вот. Супер вообще обстановка, великолепный молодой человек. Ну, вот, значит, написано, что все здесь победители. Эдгар тоже выиграл круиз. Все круто. Оба наших парня выиграли по круизу. Мы с Виктором тихо угораем в сторонке, понимая, что если здесь кого-то разводят, то, в общем, да. Ну, кстати говоря, вчера я видела, как в этом аппарате мужчина получал деньги. То есть он стоял там внутри в этом аппарате, деньги летали вокруг него. Американские. У нас тоже такие бывают разводки, но американцы молодцы, сделали это очень красиво. То, что я заметила, это в Америке очень классно построен маркетинг, разведение на деньги. Ну, по крайней мере, здесь в Лос-Анджелесе это так. Милая девушка на входе, когда мы зашли, она спросила, хотим ли мы поесть. Мы сказали, да нет, мы просто заглянули вообще, что здесь такое находится, что за бар. И она сказала, да, хорошо, ну хотя бы прокатитесь на быке, ведь это же совершенно себе. Они сказали, о, а вы знаете, бык-то 5 баксов стоит. И дело не в 5 баксах, а в принципе. Ну это весело. Надо еще приплатить денег. Такую веселуху. Вот в Америке такое вот ощущение, что все как-то просто и не то чтобы души нет, но какие-то такие страсти простые какие-то. Особенно в Лас-Вегасе прослеживается внешняя красота, пафос. А вот, как Виктор сказал, души нет, то есть как-то все мертво, неистинно, вот, в общем, не по-настоящему. На самом деле, для меня такое, вроде бы как... Ну, не столько от души, но сколько действительно от сердца, они выкладываются, понятные деньги вложены и обслужены, все организовано, все четко и регламентировано, но направлено действительно на какие-то такие простые потребности, да, шоу посмотреть, поесть, вот что-то такое простое, социальное такое. Я бы сказал, что души не очень здесь. Вау, Виктор выиграл каких-то денег, я ничего не поняла. $8. Выиграл 12%.